Вторая из трех работ Анастасии Ядковой. Если почитать ее резюме, понимаешь, что это не пустые слова. Смотрите сами. Парикмахер ТВ. Сейчас я буду собирать прическу, которая будет выполнена с помощью искусственного валика. Я собрала уже хвост, сделала пробор асимметричный, который падает у меня на среднюю затылочную зону, и собрала хвост на нижней затылочной зоне. Теперь под хвостом я буду располагать валик. Волосы я буду прокручивать на утюг. Как вы видите, в хвосте волос я уже проработала, потом у меня останутся только височно-боковые зоны. Я закончила оформлять затылочную зону. Весь хвост у меня расположился на 1/3 части валика. Сейчас я приступаю к оформлению макушки и височных боковых зон. Thank you.
Парикмахер ТВ.